имя старика к ручью? Тебя зовут. Драться умеешь? Геральт, умею. Тогда давай на ристалище. Я готов. Давай уже драться. Добрые люди! Рыбажор наконец-то нашел себе противника. Здесь и сейчас, на этой земле... Он будет драться с Геральтом по прозванию Молот! Могу я у вас кое-что спросить перед боем, господин? Пожалуйста. Вижу я, что вы за птица. Куда там мне до вас? Мне б живым уйти. Последнее время в реках рыбы нету. Детки голодные плачут, а за победу дают мешок с мукой. Жальтесь, дайте мне выиграть. Будь по-твоему. Иди сюда. Чего уставился? Не знаю, как это случилось, но рыбажор одолел молота. Спасибо, ведьмак. Есть тот монстр. Что? Еще разок? Ну, давай драться. Геральт Молот против Рыбажора! Реванш! Ожидали, ведьмак навалял люлей рыбажору. Приятно было посмотреть, как у того на морде расцветает осень. Тебе осталось победить кузнеца. Мы люди простые, ссоры не ищем. Будешь такой заносчивый. Разве ж это важно, откуда жратва? Лишь бы миска была полна. А что труп его под березкой закопали, так это не моя вина. Что ж он нарывался? Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. И кровавый барон хер чего ему сделал. Остлявая должно быть рада. Мы люди простые, ссоры не ищем. Thank you.
Чего? Предлагаю сыграть в гвинт.
Ой, верно ты выглядишь. Все не может. Лоб у ней как печка горячая. Бредит. К сестрам ее надо забрать. На болото. А чем за помощь платить? Сам знаешь, я с самого новолуния пустые щи из коры ем. А им не едой платят. А чем? Сам увидишь. Всех дикая охота забрала. Что случилось? А вот погляди, что мне пришлось пережить на старости лет. Простой мужлан меня крова лишает. А я ведь родилась дочкой дворянина. Вся усадьба мне и брату принадлежала. Что с ним случилось? Как-то раз оказался в наших местах заезжий охотник. Я влюбилась и вышла за него. Когда мы с ним собрались уезжать из имения, так брат на меня до того разобиделся, даже проститься со мной не вышел. А вот теперь, спустя столько лет, вернулась я в эти края. Брата нет, а люди говорят, что в старом доме завелись чудовища. Я мог бы заняться этими чудовищами. Ты ведьмак, так? Обычный человек не стал бы предлагать помощь с такой охотой. Но да мне-то все равно, лишь бы ты был честный. Дом находится к востоку отсюда. Возьми ключик. Как разгонишь чудовищ, ключом этим открой шкатулку с моими сбережениями. Они твои. Там немало, уж поверь. Ты-то на что будешь жить? Мне хватит и крыши над головой. А если будет нужно, у меня еще осталось, что продать. Но я знаю, вы, ведьмаки, даром не работаете. Поэтому без платы тебя не отпущу. Слышала, что охотник говорил? Какое-то лихо в чаще рыщи. А чем мне в хате топить? Коровьими лепешками? Даже говна нет. Всю скотину покрали. Сегодня будет пир большой, и будут пировать с душой и червь, и черный ворон. Что
бы хоть мой старик не сидел все время в корчме. Поболтать хочешь? Поищи кого другого, меня от голода тошнит. Ведьмак. Кто-нибудь объяснит, что ты тут делаешь? Держи. Спокойной ночи. Не удержится.
коронацию, коралловые серьги, королеве Церо. Работы нет, хлеба нет. Пусть судьба к нам будет милостива. Что с нами будет? Приветствую. Бывай. Один запасной? Он их что, теряет? Ух ты! Смотри! А вы меч покажете? Судьба к нам будет милостива. Это зря.
Чего вам надо? Когда вернется мама? Может, мне старика к ручью послать? Мы люди простые, ссоры не ищем. Давай, плотва. Теперь помедленнее.
Отдохни. Thank you.
Погоди, плотва. Должно быть, об этой усадьбе старушка и говорила. Следа чудовищ. То ли местным почудилось, то ли их кто-то специально пугает. Растяжка. Чудище ловушек не ставят. Кто-то здесь есть. Вот и все дела. Всюду полно ловушек, надо смотреть под ноги. Дневник. Чей-то дневник. Растяжка. Так, с этим разобрались. Какое-то движение. Сейчас зевать не стоит. Звук откуда-то оттуда.
Так, с этим разобрались. А, растяжка. Вот и все дела. Это тут не так. Растяжка. Вот и все дела. Растяжка. Вот и все дела. Так, с этим разобрались. Чердак. Как бы туда подняться? Может, ее хватит, чтобы забраться на чердак? Посмотрим, что там наверху. Браво, Геральт. Ты обошел все мои ловушки. Лето? Признаюсь, тебя я тут встретить не ожидал. Ты с ними? А кто они? Для императора наемники. Сами себя они называют охотниками за головами. А для меня это обычные ублюдки. Что ж, меня ты можешь не опасаться. Я принял заказ от одной старушки, обещал ей избавиться от чудовищ. Здесь я тебя уже выручил. Надеюсь, ты не забудешь об этом, когда пойдешь за наградой. Кому-то перешел дорогу на этот раз. Император решил избавиться от неудобного свидетеля. После Лок-Муина я встречал много желающих меня убить. Теперь понятно, зачем все эти ловушки. Приходится быть осторожным. И видно, не без причины. Эти на заблудившихся путников не похожи. Само собой. Значит, Людвиг меня продал. Людвиг? Старый знакомый. Работал я с ним как-то. Это он навел меня на это место. Может, эти внизу нашли тебя сами? Я скорее съем свой сапог, чем в это поверю. Надо от них избавиться. Ты идешь? Веди. У нас есть план? Будем импровизировать.
Идиоты. Слабовато они вооружены для наемных убийц. Это только разведка. Проверяли, не обманул ли Людвиг. Остальные тоже где-то рядом. И твой старый знакомый, должно быть, знает, где именно. Только он знал, что я здесь. Значит, он и все и рассказал. А теперь я с ним немного поговорю. Разговор обещает быть интересным, я бы с удовольствием на это посмотрел. Так пойдем вместе. При виде двух ведьмаков язык у него развяжется куда быстрее. Держись рядом. Это место хер найдешь, если не знаешь, где искать. Надо полагать, Людвиг этот не лучший твой друг. Знаешь, как бывает в нашей профессии? Вечером пьешь вместе вино, а утром проверяешь, не обокрали. Как ты с ним познакомился? Это было еще до того, как король Фольтест оставил этот мир. В Эйдирне за Людвига назначили награду. Деньги были солидные, с обычными заказами тогда было туго. Так что я решил достать этого ублюдка и немного приподняться. Выследить его было проще, чем убить утопца. Он кутил в Золотом Висельнике, в самом центре Хайки. Я поймал его, связал, но пост стражи заступал только на рассвете, так что у нас было еще несколько часов. Мы начали болтать, чтобы убить время. И так разговорились, что утром я его отпустил. Поэтому ты ему и поверил. Думал, он хочет тебя отблагодарить. Я был глуп, а за глупость надо платить. Только за предательство надо платить дороже. Здравствуй. Рад видеть тебя живым и здоровым. Неужели? Ну как же? Мы, в конце концов, старые товарищи. А этот вот кто? Геральт из Ривии, ведьмак. Еще один ведьмак? Что же у вас тут? Заказа много в этих местах? Садитесь. Может, выпейте чего-нибудь? Я не пью с предателями и продажными шкурами. Эй, думай, что говоришь. Ты на моей территории. В усадьбу нагрянули люди Вестера. Только ты знал, что я там. Ты сам говорил, что они идут по твоему следу. Может, они тебя выследили? Угу. С твоей помощью. Вы не пробыли здесь и 5 минут, а уже успели меня дважды оскорбить. Такую сволочь, как ты, оскорблять нечего. Внимание, господа! Это... Чуть могили нападают на людей! Для вас мы сделаем исключение. Ну, поехали. Лежи спокойно, не то истечешь кровью. Говори, где люди Вестера, и я дам тебе зелье, чтобы остановить кровь. Они к северу отсюда. В Залипье. Вот интересно, сколько стоит жизнь старого товарища? Последнее время у нас скверно шли дела. И мы попались под руку черным. А потом появился Вестер.
Он предложил половину награды за тебя и охранную грамоту императора. Сам понимаешь, таким, как он, не отказывают. Понимаю. Эй, а мое лекарство? Видишь ли, Людвиг, таких, как я, не обманывают. Едем к Вестеру. Я с тобой. Будь ты проклят! Белый волк? Арно Вестер — нильфгаардское имя. Родом он, кажется, из Метины, но убивал повсюду, от Дальнего Юга до Драконьих Гор. Я о нем не слышал. Он брал себе разные имена. Брэндон Вильф, Аппа Саксон, Манфред Смешок. Манфред Смешок? Хорошее имя для комедианта. Его жертвам было не до смеха. Он вырывал им зубы один за другим. А потом разрезал рот от уха до уха. Так у нильфгаардских уголовников наказывают за долги. Выходит, он сделал завидную карьеру. Из преступников на службу к императору. Да, ворон ворону глаз не выклюет. Смотри в оба. Ты думаешь, они правда здесь? Не знаю. Но, как я уже говорил, я стал очень осторожным. Говорят, хозяйки добрые, этих хозяйки... Этих породских скотов! Никакой управы! Красивые кони. Они, должно быть, стоят больше, чем вся эта деревня. Спит у него дом. Что в этом сарае? Сено. У вас гости? Беги к родителям. Пусть заберут из дома все ценное и сматывайтесь отсюда. Понял? Вот молодец. Отдай это маме. А теперь беги. Что ты дал ему? Компенсацию. Будь здесь. И не вмешивайся, что бы ни случилось. Заткни уши. Что там такое, мать вашу? Гром какой или что? Молчать! Лето из Гулет. Рад видеть тебя живым и здоровым. Забавно. Второй раз за сегодня слышу эту ложь. Это не ложь. За живого я получу больше. И сколько же? Хватит, чтобы прикупить усадьбу в Ковере и жить там припеваючи до конца. Неплохо. Не каждому везет узнать цену за собственную голову. Большинство не хотят этого знать. Но зачем ты пришел? Решил облегчить мне жизнь? Да мы тут мимо проезжали. И я решил, наконец, взглянуть на славного Арна Вестера. Ты мне льстишь. Жаль, не выйдет познакомиться поближе. А что такое? Уже уезжаешь? Нет. Просто я тебя сейчас убью. Собрался меня убить? А ведь ты меня даже не знаешь. Нехорошо. Придется тебя за это наказать. Но убивать я тебя не буду. Просто отрежу тебе обе руки. Всем поотрезаю руки. Одному за другим.
И культяшки будут вам до конца дней напоминать, как вы ошиблись. Сука, ебись ты конем! Поговорить с человеком не дал. Он меня спровоцировал. Против тебя мы ничего не имеем, но одно неверное движение и... И что? Кончишь, как он. Ну, что скажешь? Что я скажу? Я скажу, что вам конец. Зангребарский яд. Что-то не так. Еще тут. Если бы не я, тебе отрезали бы голову. Ну вот ты и пригодился. Мог бы меня предупредить. Тогда б забавы не вышло. Это, блядь, что такое было? Не так громко, Геральт. Я только что воскрес. Кстати, зангвибарский яд еще может тебя убить. Антидот есть? В сидельной сумке. Сейчас выпью и через пару дней буду как новый. Зачем ты все это устроил? Я говорил, что за мной гнались от самого Локмуинна. Их было много. Как-то раз я попал в засаду, едва не погиб. Тогда я решил, что с этим надо заканчивать. Раз и навсегда. Я разыскал банду Вестера и подкупил арбалетчика. Остальное ты знаешь. А что, Людвиг, он тоже был частью плана? Нет, это неожиданное осложнение. Его предательство дало мне пищу для размышлений. Но я должен был рискнуть. Если бы ты не вырезал всех свидетелей, весть о том, что Лет из Гулеты мертв, разлетелась бы по всему континенту. Мог бы меня посвятить в свой гениальный план. Я ж сказал, не влезай. План мой похерился, значит, придется залечь на дно. Ты мог бы переждать в Каэр Морхене. С твоими друзьями из Школы Волка? Нет, спасибо. Это плохо кончится. Скажи им, что тебя послал я, они поймут. Каэр Морхен, говоришь? Почему нет? Закончу кое-какие дела и отправлюсь туда. Тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо, я сам справлюсь. В таком случае увидимся в Каэр Морхене. До свидания.
мужики разозлились и хотели их прогнать. Так несчастью тех куда больше было. Связали их, в сарай загнали. Нету сил об этом говорить. Успехи в него льдом будут украшены. Каком мне замуж? Теперь год. Глазище краш. Левый должен быть рада. В очаге наклонился он надо мной и прошептал.